Всем привет! Сегодня у нас на календаре 24 да, июля. Вот сегодня вечер, и завтра мы уже едем домой, возвращаемся. Я, кстати, сейчас без макияжа, вот умылась, правда, не воспользовалась еще смывкой для макияжа, то есть у меня здесь как бы прыщик, сгорел нос, в общем, такой вид, конечно, сомнительный. Вот, я вам уже записала видео, записала вам влог, не знаю, я его еще выложила или нет, но записала с косметичкой на море, вот, так что пишите комментарии, буду их очень ждать, вот, так что отдых подходит к концу, предстоит переезд 3 часа, кстати, дороги я всегда читаю, либо работаю, либо что-то смотрю такое, знаете, пытаюсь не потратить это время зря. Вот. Кстати, видите, у меня на животе синяки. Это я делаю интенсивно самомассаж. Вообще очень жду уже четверга, хочу пойти на массаж, продолжить. Я хожу на курс массажей, нашла свою идеальную массажистку, поэтому прям я очень-очень хочу уже побыстрее в нее оказаться. Вот, все, побежала я на море ловить последнее солнышко вечернее, вот, и влог продолжаем. Девчат, показываю вам свою новую красотку, моя новая сумочка, она немножко помялась при транспортировке, заказывала его по почте, такая вот она классненькая, очень-очень мне нравится, она такая небольшая, как раз среднего размера, единственное, что у нее нету замочка, вот, она немного испачкалась, я ее тащила в коляске у меня всегда что-то проливается, или кофе, или чай, в общем, как обычно. Буду сейчас мыть коляску, вот такая вот очень классная, мне нравится, что она трех цветов, конечно же, мой любимый розовый, вот, компактная, удобная, красивая, и в тренде. Сейчас они очень модные, такие сумочки. Как вам, напишите? Сейчас я уже дома, такая вот я замученная, фух, после отдыха замученная, да, именно. И что вам хочу сказать, я сегодня жутко перенервничала, у меня сегодня захлопнулась машина по моей вине с ребенком внутри, и я не могла ее открыть, я думала, я просто сойду с ума от нервов, меня все перетрясло, это так, знаете, это ужасно, когда ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать, вот, ну, слава богу, все разрешилось, мы открыли машину. Но это, конечно, просто. Просто нужно быть очень и очень внимательным в любых жизненных ситуациях. Вот что это я поняла. До сих пор меня, знаете, так трусит. До сих пор у меня такие внутренние переживания. Кошмар. Вот, ну ладно. Это наш урок, наш опыт. И я побежала за покупками, мне нужно было заскочить в Еву. В Еве, кстати, сейчас сумасшедшие скидки, я когда-то туда зашла, я была просто в шоке. Почему? Потому что людей миллион. Там как-то, знаете, система: один берешь, второй в подарок. В общем, все как сумасшедшие, все скупают. Я как бы зашла, потому что мне нужно было гель для интимной гигиены. Решила такой вот попробовать с облепихой. У меня когда-то такой формы и фирмы был. Но меня заинтересовала облепиха и, конечно же, яркий, сочный оранжевый цвет. Посмотрим. Не знаю, как она будет. И на кассе уже взяла леноровский. Такой вот, мне очень в последнее время нравится ленор. Действительно, очень долго сохраняет аромат. Ополаскиватель, да, кондиционер. И взяла детский. Вот, получается, один мне пошел в подарок. Так, далее у меня здесь тампоны, но я не буду, наверное, вам показывать, просто новая серия у них Котекс. Вообще Котекс я не очень люблю, тампоны взяла такие вот, не очень люблю, больше нравится Оби. Ну, это так. Дальше. На почте я получила свою посылочку, это такой вот баттер для тела, у меня мой закончился, вишня в шоколаде, и я взяла ананасовый. Там было очень много вкусов, малина, клубника, шоколад, кокос, но мне почему-то захотелось именно ананас. Знаете, такой теплый вкусный аромат, я уже открыла, понюхала, очень мне понравился. И такую вот малышку я заказала, Pep Start.
Я давно хотела ее попробовать. Это у нас миниатюра. Здесь, по-моему, всего 2 миллилитра, если не ошибаюсь. 3 миллилитра. Вот, очень интересно попробовать. Все хвалят. Я смотрела раньше одну девочку из Москвы. Так вот, она на нем очень плотно сидела. Она постоянно показывала ее в пустых банках, везде. Я решила попробовать, начать с миниатюрки. Вообще классно, что да, в наше время можно попробовать продукт без ущерба для вашего кошелька. То есть отдал денежку, не там не 1000 гривен, не 2, сколько я за него заплатила, 200, по-моему, гривен. Может, даже меньше, или 100 гривен, я уже не помню. Вот, и вот такая вот миниатюрка в кармане. И можно уже сделать свое честное мнение. Дальше. Забрала с почты свои патчи Petit Fee Agave. Давно я хотела попробовать. У меня было в хотелках «Ласточки на гнездо» и «Агава». «Ласточки на гнездо» мне не очень понравилось. Вот на «Агаву» я возлагаю хорошие большие надежды. Потому что сейчас мои патчи с маточным молочком вообще мне не нравятся. Они сухие. Они плохо увлажняют кожу. В общем, ни о чем. Плохо пропитанные. И взяла я корейские маски опять. Мало мне масок, как обычно. Но вы не представляете, я заходила в Сельпо, в обычное Сельпо наше, за овсянкой, и там была акция на эти маски. Маска стоила 14 гривен штучка. Всего в линейке было 3 представлено. Конечно же, я ухватила все 3 за такую цену. Просто за 14 гривен грех не взять. Здесь очень мелко написано, вот это у нас увлажняющее, это тоже увлажняющее, и это, по-моему, очищающее. Нет, наоборот, это очищающее. Ну, в общем, буду пробовать, не знаю, что это за марка, что это за фирма, но интересно попробовать. Вот, показала вам свои такие вот небольшие покупочки. Сейчас ребенок спит, проснется, и мы с ним пойдем дальше. За остальными хозяйственными мелочами. Волосы даже еще не успела расчесать. Покупалась. В общем, сейчас пойду еще патчи себе положу под область вокруг глаз. С утра не успела. И буду заниматься домашними делами, скорее всего, потому что после моря их накопилось очень большое количество. Мне нужно постирать куча всего, сменить постельное белье. Вчера я уже тут кое-что поубирала. Ну, в общем, так не хочется возвращаться к обычным рутинным делам, но что поделать нужно. Вот поэтому не теряйте, что-нибудь вам да еще и снимать. Так, девочки, я уже напялила патчики под глазки, сделала себе чаек в своей любимой кружечке с фламинго. Пить хочу, не могу. В общем, покушала. Сегодня у меня обед, в принципе, не отличался от моих обычных дней. Это курочка филе, 30 граммов гречки. И что еще? И салат. Базилик, помидоры и сырочек. Сыр я беру до 30% жирности. Обычно называется ли грация, или как-то так. Или здоровье, что-то в этом роде. Так, смотрю на себя видео. Уже надо, наверное, красить волосы. Как все успеть? Ладно, дело не в том. Хотела у вас спросить совета. Кто-нибудь из вас, девочки, делал ботокс, ламинирование вместе ресниц? Я когда-то давно делала ламинирование ресничек. Мне понравился эффект. Я ходила с ними где-то, наверное, месяц. На второй месяц у меня еще наблюдался, знаете, такой легенький эффект завитка. Это очень красиво смотрелось. У меня были длинные ресницы. В принципе, они у меня сейчас не короткие, но тогда они прям у меня были длинные-длинные. Я их не наращивала никогда. В общем, супер. И только это ламинирование вошло в моду. Вот, собственно говоря, сейчас я созрела на то, чтобы сделать ламинирование и ботокс. Очень интересно попробовать, но хочу спросить ваши отзывы. Делал ли кто-нибудь эту процедуру вместе? Вот, буду вам очень благодарна, если вы мне напишите, как вам понравился эффект, не понравился. Вот, очень хочется попробовать. Так, пойду дальше заниматься домашними делишками, с вами немножко поболтала. Наверное, я сегодня уже и выгружу этот влог. Сегодня у нас 25 июля. Вот. И пойду, собственно говоря, заниматься своими домашними обязанностями, а то я все их отсрачиваю.